Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов GrandStar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Костюм для девочек «Ласточка». Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм «Ласточки». В нашем интернет-магазине вы сможете найти много разных костюмов птиц, в том числе и ласточек, различные варианты. Давайте посмотрим этот вариант «Ласточки». У нас визитка нашего интернет-магазина. И посмотрим сам костюм. Товар у нас в комплект входит. Вот такая вот шапочка из велюра. Глазки здесь у нас уже, клюв такой довольно длинный. Объемные глазки здесь пришиты. Внутри у нас подкладочка и резинка. Абсолютно на любую голову подходит. Универсальная такая шапочка. Такой красивый головной убор. В комплект входит кофточка, ну, можно назвать фраком это. Тоже черного цвета, велюр мягкий у нас идет. Здесь внутри все на подкладочке, фрак у нас на липучке застегивается, внутри черная подкладка. Просто однотонный черный материал. Сзади это выглядит вот так, и здесь как бы раздвоение, как хвостик у ласточки. Вот вы можете видеть, вот так вот это красиво пошито. Вот такой вот фрак. В комплект у нас входит жабо. Вот такой вот белое жабо. Ну, такой вот воротничок на завязочках. И здесь у нас резиночка по шее тянется. То есть вот так вот там на фрак одевается. Вот так это будет выглядеть как грудка. Такой жабо. И в комплект у нас входит белое платье белоснежного цвета. Вот так вот это выглядит. Короткие рукавчики, то есть здесь рукавов вообще нету, то есть без рукавочка такая. Завязывается на завязочках по шее. По талии у нас вставлена резинка, и оно тянется, платье, что очень удобно. И юбка у нас пышная и многослойная. Внутри у нас подкладочка с атласом и фатин такой пришит. Вот можете посмотреть, что очень удобно. Вот так вот выглядит внутри юбка у нас. От платья. И сзади просто обычное также белое платьице. Вот полностью костюм ласточки. То есть головной убор, платье, фрак и жабо. Если вам понравился костюм ласточки, звоните нам на телефон и заказывайте на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!